אז אני רוצה לדבר היום קצת על החג שלנו, על זיכרון תרועה, או יום תרועה. Я хочу сегодня поговорить про праздник, который мы сегодня празднуем, праздник труб. Это будет короткая проповедь, а потом мы будем делать различные действия, связанные с праздником. Людям есть הרבה מצוות בתורה, והן גם מוסברות טוב מה לעשות איתם, איך להבין אותם, איך ליישם אותם בחיים. Есть очень много заповедей в Торе, и они хорошо объяснены, каким образом исполнять их, каково их значение. והמצווה של חג תרועה זה לא אחד מהם. И заповедь о трублении в шофар не одна из них. כי לא ברור בדיוק מה אלוהים רוצה מאיתנו. Потому что не совсем понятно, что этим Бог хочет от нас. כן, הוא אומר, תביא קורבן. Он говорит, приносить жертвы. הוא אומר שזה זיכרון תרועה, אבל זיכרון של מה? Он говорит, что это память трубного звука, но память о чем? אז לא בדיוק ברור. Не совсем ясно. לכן יש כל מיני מחשבות, כל מיני הבנות שאנחנו יכולים ללמוד מהכתובים מה לעשות בחג הזה. Поэтому есть разные мысли, разные понимания, что нам делать в этот праздник. למה אנחנו קראנו עקידת יצחק? Почему мы читали жертвоприношение Ицхака? האם עקידת יצחק באותו זמן? Связано ли это и было ли это в то же время примерно? התשובה היא לא. И вопрос, и ответ нет. עקידת יצחק לא הייתה באותו זמן. Когда Авраам собирался принести в жертву Ицхака, это не произошло на праздник труб. Омрим, что задавка я бы Песах. Говорят, что это больше подходит ко времени Песаха. אז למה? איך עקידת יצחק קשורה לכל הסיפור שלנו? Почему рассказ о жертвоприношении Ицхака связан с праздником труб? אז אני רוצה לתת לכם שלוש נקודות, שלושה עקרונות, שקשורים לחג תרועה. Я хочу дать вам три пункта, три принципа, которые связаны с праздником труб. דבר הראשון זה יום המשפט. Первое – это судный день. יום המשפט כשאלוהים יבוא לשפוט את הארץ. Судный день, когда Бог придет для того, чтобы судить всю землю. ואני רוצה לקרוא אפילו פסוק שמדבר על זה. Я хочу прочитать одно место писания, которое говорит об этом. זה פסוק מתהילים 97. Это псалтырь 97. מ-4-9. אולי אני אקרא אפילו ישירות ברוסית, אני לא יודע, בעברית זה כנראה 98. На иврите, скорее всего, это 98, с 4 по 9. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гласом псалмопения, при звуке труб и рога торжествуйте перед царем Господом. Да шумит море, что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа. Ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. אז יש פה משהו שאפילו קצת מורבב. מצד אחד יש פה איזושהי שמחה. Здесь есть что-то смешанное. С одной стороны здесь есть радость. כי הוא אומר, וואלה, תעשו משהו טוב, משהו שמח. Он говорит, восклицайте, радуйтесь, принимайте, делайте что-то радостное. אבל כתוב חד משמעי שאלוהים בא לשפוט את הארץ. Но с другой стороны, однозначно написано, что Господь идет судить землю. אז אלוהים בא לשפוט את העמים. Бог идет судить народы. וכשאנחנו קוראים על יום אדוני, אז כתוב, זה יום נורא מאוד. Когда мы читаем про день Господень, это не приятный день. Написано, что это очень страшный день. כן, זה יום של פחד, זה יום של עירה. Это, וכמו אש אוכלת. Это день страха, это день трепета, и написано, что это как огонь поедающий. וקשה לעמוד ביום הזה. И очень сложно выстоять в этот день. כי אנחנו כולנו יודעים שאנחנו אנשים חוטאים. Потому что мы все знаем, что мы все грешники. אנחנו אנשים לא מושלמים. Мы люди несовершенные. ואם אני מדבר על בן אדם רגיל, ברור לו שהוא לא יכול לעמוד ביום הזה, לפני Если אלוהים. Я говорю про обычного человека, совершенно ясно, что невозможно будет ему выстоять в день Божьего суда. כל המצוות שאתה עושה, הם לא יהיו שוות כלום. Все заповеди, которые ты исполняешь, ничего не будут стоить. ואנחנו בכתובים רואים שאנשים אפילו הכי קדושים,
כשהיו נפגשים עם המלאך, היו פשוט נופלים ואומרים, וואו, מה אני? И мы видим из Писания, что даже самые праведные люди, когда только встречались со святостью просто ангелов, не Бога, они падали и говорили, кто я и что я. אז קול של השופר ומסמל משפט של אלוהים. Поэтому звук шофара и обозначает משפט של אלוהים. Божий суд. מתקרב. Приближающийся Божий суд. Как этот приближающийся суд связан с жертвоприношением Ицхака? Кен אנחנו מצד אחד קראנו שיש שם אולי איזשהו רמז על איל שנקשר בקרנב. Может быть, каким-то образом есть намек на оленя, который, на барана, который запутался в кустах. אז הקרניים שלו זה השופר. И поэтому потом его роги, они из его из них сделали шофар. אבל המשמעות היא טיפה אחרת. Но значение немножко другое. כי בעקידת יצחק אנחנו רואים את מסירות הנפש גם של אברהם וגם של יצחק עצמו. Поэтому в жертвоприношении Ицхака мы видим, насколько посвящена душа и Авраама, и самого Ицхака, которого собирались принести в жертву. ומה שעשה אברהם כשהוא היה מוכן להקריב את יצחק. И то, что сделал Авраам, когда он готов был принести в жертву своего сына Ицхака. זה בעצם החסד הגדול שיש. Это та великая благодать, которая у нас есть. אנחנו רואים פה איך אלוהים נשבע לאברהם. Мы видим, как сам Бог поклялся Аврааму. ואז, כשאנשים קוראים מעקידת יצחק, הם פשוט מזכירים לפני קדוש ברוך הוא, שהנה, תזכר בחסד, תתמלא ברחמים, תזכור מה אברהם היה מוכן לעשות, כי אתה חלק של הברית הזה. И поэтому, когда мы, наш народ считает жертвоприношение Ицхака, они напоминают Богу, вспомни свою милость, вспомни свои обещания, которые ты дал Аврааму и его потомкам. תזכור את הברית שאתה קשרת את עצמך לאברהם ולכל הילדים שלו. Вспомни завет, который ты сделал с Авраамом и со всеми его потомками. כלומר, כל יהודי הוא בעצם בא ביום הזה לפני אלוהים ואומר, אני לא שווה כלום, המעשים שלי לא שווים כלום. Каждый еврей, который приходит в этот день перед Богом, он говорит, я не стою ничего, и дела мои не стоят ничего. אבל קורבן של יצחק, אולי זה יזכור לך משהו, אבא. Но, возможно, вот то действие жертвоприношения, которое хотел сделать Авраам своего сына Ицхака, возможно, тебе Господь наш Отец Небесный что-то напомнит. ואנחנו מבינים שהמעשה הזה בעצם של אברהם ושל יצחק, זה היה רק סוג של רמז על משהו יותר גדול. И мы понимаем, что это действие, это было образцом и намеком на что-то более великое. זה היה רמז על משהו שאלוהים אחרי זה עושה בעצמו, כשהוא מביא את הבן שלו למען כל האנושות. И это было действие такое, которое в будущем сделал Бог, который отдал своего сына в жертву за все человечество. והנקודה היא פה בדיוק זהה. И эта точка напоминает одно другое. שאנחנו באים לפני אלוהים היום, בזמן המשפט שלו, לא במעשינו, אלא במעשי ישוע המשיח. И когда мы сегодня приходим к Богу на суд, то Он судит нас не по нашим делам, а по делу, которое сделал Мессия Иешуа. הקורבן של ישוע הוא מכסה את כל החטאים שלנו. Потому что совершенная жертва Иешуа покрывает все наши грехи. ואז אנחנו יכולים לעמוד במשפט שלו. И только так мы сможем стоять на его суде. ואז אנחנו אולי נוכל לשמוח במשפט שלו. И только так мы сможем радоваться, когда придет судный день. כי המחיר כבר שולם עבורנו. Потому что великая цена уже была заплачена за нас. אז זה משפט של אלוהים. וקורבן שלוקח על עצמו את כל החטאים שלנו. Именно это Божий суд и та жертва, которая забирает все наши грехи. זה הנקודה הראשונה. Это первый пункт. נקודה השנייה. Второй пункт. אנחנו אומרים שכתוב פה שזה יהיה זיכרון תרועה. Мы говорим, что это будет память о трубном звуке. כלומר, לזכור משהו שכבר קרה. То есть вспомнить что-то, что уже произошло. ובאמת בתורה יש הרבה דברים שמדברים על שופר. И в Торе есть очень много напоминаний про шофар.
אבל אחד מהדברים הכי הכי גדולים שקרו זה מעמד הר סיני. Но самое великое, что произошло, это когда мы стояли, наши предки стояли у горы Синая. זה כשעם, שהוא עוד לא היה, אפשר להגיד עם. Это собрание людей, которые еще не были народом. הם פתאום התאחדו ביחד. Вдруг соединились вместе в народ. כל אחד מהם אישית הכיר את אלוהים. Каждый из них лично узнал Господа. כל אחד מהם הרגיש את אלוהים. Каждый из них почувствовал Господа. הם היו ממש נוכחים בזמן שאלוהים דיבר. Они присутствовали в то время, когда говорил Бог. זה היה משהו מרגש מאוד. Это было очень волнующее событие. זה היה ממש פחד גדול. И это было очень страшное событие. כי אלוהים ממש נוכח שם. Потому что сам Бог пребывал там. והנקודה החשובה פה זה יראת אדוני. И самое важное, что мы оттуда выносим, это Божий страх. כשהם שמעו קול שופר. Когда они услышали трубный звук, он настолько прикоснулся к их сердцу, что они наполнились Божьим страхом. Они настолько испугались, они думали, что они сейчас все умрут. Есть даже мидраши, которые говорят, что из многих уходила душа, и да, люди умирали от страха. Вот это та память, в которой мы нуждаемся сегодня. לשמוע את הקול שופר. Услышать трубный звук. כדי להרגיש את נוכחות של אלוהים. Для того, чтобы почувствовать присутствие Бога. לבקש שיראת אדוני תבוא ותמלא אותנו. И попросить у него, чтобы его страх пришел и наполнил наши сердца. וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה בעוד דקה. И это то, что мы будем делать через минуту. אנחנו ננסה לטעום, ממש לטעום בקטנה. Мы попытаемся немножко вкусить, хотя бы чуть-чуть. От того чувства, которое переполняло наших предков. И я уверен, что каждый сможет сделать это, если вы откроете свои сердца. Написано, что начало мудрости – страх Божий. Я хочу попробовать эти псуки, что... היו מדברים על הר סיני. Я хочу прочитать те местописания, которые говорили про то, что произошло на горе Синай. И Ефраим пока может подготовиться. זה בספר שמות, Это в книге Исход. Глава. פרק 20. 20 глава. 18. 18 стих. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הקול השופר. ואת האר אשן, ויראה העם, וינו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. אנחנו סקוקים, באמת סקוקים. אנחנו כן מאמינים בישוע. יש לנו קורבן. Мы нуждаемся, мы да верим в Иешуа, и да, у нас есть жертва. יש מחיר ששולם עבורנו. И есть уже великая цена, заплаченная за нас. אבל אנחנו סקוקים לתוררות. Но мы нуждаемся в пробуждении. אנחנו סקוקים להרגיש את אלוהים קרוב אלינו. Мы нуждаемся в том, чтобы почувствовать Бога близко к нам. שיראת אדוני תמלא אותנו. Чтобы Божий страх наполнил нас. Збони населя сотить за вахарезе нам ших им никуда шлиши. Попытаемся это сделать, потом мы продолжим. Збона кумба яха. Встанем все вместе. Шема Исраэль Адонай Элохейну Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahav
Авта, Эта Дона Элохеха. Бехол левавха, ובכל נפשך, ובכל מאודך, ואהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך וסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת
ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תאהב דם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים על שלישים ועל רביעים לשוני ועושה חסד לאלפים לאהבי ולשומרי מצוותי כי אנוכי אדוני אלוהיך את שם אדוני אלוהיך לשווא כי לא ינקה אדוני את אשר ישא את שמו לשווא שמור את יום השבת לקודשו ששת ימים תעבוד ועשית אל כל מלאכתך וביום השביעי שבת אדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובנתך עבדך אמתך ובנתך וגרך אשר בשעריך כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת ים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת והיא קודשת בית אמך כדי יחון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תנה לרעך את שקר לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך לא עבדו ועמתו לא שורו וחמרו וכל אשר לרעך כי
Ханухи Адонай Элоэха. Ханухи Адонай Элоэха. Ханухи. של השופר трубный звук קול של קורבן שקורא אלינו звук жертвы которая призывает нас אנחנו יכולים לענות אם мы можем ответить אלוהים אומר אני אשמע את זעקת בני ישראל וירחם עליהם Господь сказал я услышу стон сынов израилевых я помилую их אבא מה אנחנו יכולים להגיד לפניך Отец наш, что мы можем сказать тебе? Мы можем только замолчать. Потому что нет у нас слов. Мы просим тебя, Господь. Лев Таор брали Адонай. Сердце чистое, сотвори во мне, о Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Потому что мы нуждаемся в обновлении. Мы нуждаемся в страхе Божьем в нашей жизни. Аллилуйя. Веди нас, Господь, в этой жизни. תעזור לנו להידבק אליך חזק. И помоги нам прилепиться к тебе сильно. כמו שאמר ישוע, מי שאוהב אותי, מצוותיי ישמור. Как сказал Господь Иешуа, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. אנחנו אוהבים אותך. Мы любим тебя, Господь.
Помоги нам показать это своими делами. Мы несовершенны. אנחנו נופלים, אנחנו חוטים. Мы падаем и грешим. אבל אתה מרים אותנו. Но ты поднимаешь нас. אתה נותן לעייף כוח. И ты даешь утомленному силу. אתה מחדש אותנו. И ты обновляешь нас. וביום הזה אנחנו זקוקים לך. И в этот день мы нуждаемся в тебе, Отец. מודים לך על הרחמים הגדולים שלך. Благодарим тебя за твою великую милость. על האהבה. За твою любовь. За твою любовь, которая превыше нашего понимания. Потому что когда ты изливаешь только немножко твоей любви, мы не можем пережить это. Благодарим тебя, Отец. Мы хотим выйти сегодня עם תקווה חדשה. Мы хотим выйти сегодня из этого места с новой надеждой. עם חיים חדשים בך. С новой жизнью в тебе. כי ישוע אמר שהוא ייתן לנו לא סתם חיים, אלא חיים מלאים. Потому что Иешуа сказал, что он не просто даст нам жизнь, но жизнь с избытком. זה מה שאנחנו רוצים. Это то, что мы хотим. שיהיה בנו כוח. Чтобы у нас была сила. ששם ישוע. Ело мешкаль, чтобы ело кавод. Имя Иешуа имело вес в нашей жизни и чтобы прославлялось в нашей жизни. Аллилуйя, туда лиха. Благодарим тебя, Отец. Туда лиха. Бешем Иешуа, туда лиха. Благодарим тебя, Отец, нашего имя Иешуа. Аминь. Мы продолжим. במעמד הר סיני לא הכל נגמר. Голос не прекратился. Вы можете сесть. Голос не прекратился у горы Синай. זו הייתה רק התחלה. Это было только начало. זו הייתה רק התחלה של אחדות העם ודרך חדשה. Это было только начало единства народа и нового пути. והדרך הזאת היא ארוכה גם אצלנו. И этот путь длин также и у нас. הם עברו במדבר. Они прошли пустыню. אבל הם גם נכנסו לארץ המובטחת. И они зашли в обетованную землю. יכול להיות שזה מה שקורה איתנו. Возможно, это то, что происходит с нами. כי אולי מלכות השמיים זה אותה הארץ המובטחת. Потому что, возможно, царство небесное это та земля обетованная. זאת אומרת, אנחנו עדיין הולכים במדבר הזה. То есть мы все еще идем по этой пустыне. איפה שאלוהים מלמד אותנו. Где Бог учит нас. איפה שהוא דואג לנו ושומר עלינו. Где Он заботится о нас и хранит нас. והנה הנקודה הבאה. של вот. זיכרון תרועה, יום תרועה. Следующий пункт. Воспоминания о трубном звуке. אנחנו רואים בכתובים שכל שופר הוא היה מאוד חזק. Мы видим, что трубный звук был очень сильным во время юбилея. Шнат ювель. Юбилейный год. Зе шана, ше анашим киблю хофеш. Это тот год, в который люди получали свободу. Кше анашим хазру ленахалот шелаем. Когда люди возвращались к своему наследию. Кше авадим, ше аю авадим иштахриру. Когда рабы, которые были ховшиим. Рабами, получали свободу и становились свободными людьми. Шнат ювель. Юбилейный год. Айом аф эхад ло йодеа матай зе. Сегодня никто не знает, когда этот год. Хогагим шнат шмита, авал ло хогагим шнат ювель. Празднуют шмиту, но не празднуют юбилейный год. Ки омрим, кше яво машиах. Потому что говорят, что когда придет Машиах, это и будет юбилейный год. Это будет что-то особенное. Шофар, потому что трубный звук говорит о приходе Мессии. Трубный звук говорит про истинную свободу. О жизни с Богом. Коль шофар медабер аль амлахат мелех. Трубный звук говорит о царствовании царя. שהוא המשיח שלנו. Который есть наш Машиах.
И что-то еще особенное. Трубный звук говорит о собрании рассеянных. Есть пасук, меод маньен. Есть очень интересное место писания. Це катув би сефір Ішаяу перек Ісрім Вешалош. Ісая, 27 глава. Ми пасук штеймес, ані краби русіт єшерот. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, шофар, и придут затерявшиеся в ассирийской земле, и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Коль шофар, усемель, это знак, галуйот, когда соберутся рассеянные и наступит истинная свобода. Ахи хашув авурейну, и то, что самое главное для нас, амар это то, что сказал сам Иешуа. Написано в послании Арба, Фессалоникийцам, 4 главе. Фессалоникийцам, 4 глава. Пасук 16-17 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и при трубе Божией, шофар, сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде, а потом оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Ваеш пасука херша омер бидюк аль ото давар. И здесь еще один стих, который то же самое говорит. Катув каха. Басар ведам эйно яхол ларешет эт мальхут аэлоим. Гам эйна килайон йореш эль килайон. И не раз агид лахем. Ло куляну намут. Аваль куляну ништане бен рега. Ки эрев айн бешофар ахарон. Шекен итка бешофар. ומתים יקומו בלי כליון, ואנחנו נשתנה. זה כתוב בראשונה אל הקורינטים. Первое Коринфянам написано. בפרק 15. В 15 главе. כתוב שברגע אחד אנחנו כולנו נשתנה. Написано, что в один момент мы все изменимся. זה יהיה בכל שופר. Это будет при звуке шофара. זה יהיה שופר האחרון שיתקע. Это будет последний трубный звук. ואז מתים יקומו. И тогда воскреснут мертвые. וכבר לא יוכלו למות יותר. И уже не смогут умереть больше. כלומר, חג תרועה, מה שאנחנו חוגגים היום. То есть трубный звук, праздник, который мы празднуем сегодня. זה גם מבואה שמשיח יחזור. Это пророчество о том, что вернется Машиах. שיש לנו תקווה שאנחנו נקום לתחייה. Что у нас есть надежда, что мы воскреснем к вечной жизни. כל יום בבית כנסת. Каждый день в синагогах. בתפילת העמידה אנשים מתפללים וצועקים ואומרים שיש לנו תקווה, שיש תחיית מתים. Когда молятся молитвой עמידה, люди каждый день говорят: Бог воскрешающий из мертвых. Но у нас есть надежда на воскресение из мертвых. אז הנה כל שופר אומר על זה. Трубный звук говорит об этом. Это великий праздник не только для народа Израиля, но для всего человечества, для всякого, который верит в Господа Иешуа. Или он воскреснет для вечной жизни, или он изменится и будет жить с царем царей. Это великое обещание. Это то, что многие люди это алия, это вознесение. То, что ждут многие люди, вознесение. Но это не будет где-то там. Мы встретимся с ним. И он будет править здесь, в этой земле. И это будет великий праздник. Трубный звук — это не просто звук, который должен пробудить нас. Это звук великой радости. אנשים היו מקבלים מלך, הם היו תרועים בשופר, בחצוצרות, בכל מה שאפשר. Это звук, когда люди встречают царя, трубили в трубы и во все духовые инструменты.
זה קול של שמחה ענקית. Это звук великой радости. כי זה מה שאנחנו מצפים. Потому что это то, что мы ожидаем. ביאתו השנייה של משיח ישוע. Второе пришествие Мессии Иешуа. אחד שהיה כקורבן. Тот, который в первый раз стал жертвой. ופעם שנייה, כשיבוא כמו מלך המלכים. А второй раз он придет как царь царей, Господь господствующих. ומה שאני רוצה שאנחנו נעשה עכשיו. И то, что я хочу, чтобы мы сделали сейчас. אנחנו עכשיו נשיר שיר. Мы сейчас споем песню, и Рами уже приглашается на сцену. Песня, которая говорит про пришествие Мессии Иешуа. И это прекрасное время, когда каждый, кто принес с собой шофар, каждый, который умеет свистеть, каждый, кто умеет кричать, הוא יכול לסמוך ופשוט להכריז. Он может провозглашать и радоваться. כי ישוע בא. Потому что придет Господь Иешуа. אתם איתי או שאתם נרדמתם כבר? Вы со мной или вы заснули? אז בוא אנחנו פשוט נקום. Давайте мы встанем. ואנחנו נשיר ביחד, ואנחנו יכולים לתרוע, לתקוע בשופר, קולות של שמחה. דוד שופר, זווקם רדסטי. כי ישוע הוא מלך המלכים שלנו. Потому что ישוע צר צרי נש. הללויה. אמן? אמן. זה באמת זמן טוב, ביחד פשוט להכריז את מלכותו של ישוע. Это прекрасное время, когда мы вместе провозгласим царство Господа Иешуа. Yeah.
Давайте мы все вместе, бонасе кулям бияха, такшав ткияк доля, сделаем все вместе ткия доля, то, что называется длинный трубный звук. Давайте все встанем, это будет как окончание нашего собрания. И у нас есть потом сладости, чтобы у всех у нас был благословенный, хороший следующий год, чтобы мы могли ходить в духе. שנוכל ללכת ברוח של אלוהים, שנוכל באמת בשנה הזאת להתקרב אליו יותר ויותר, שהוא יהיה הראשון במקום שלנו, במחשבות שלנו. אתם יודעים, אני כש... надо мне переводить, наверное. זה קצת מצחיק, אני כשפעם התאמנתי, אז היה לי מאמן. Я когда занимался спортом, у меня был тренер. ואז לכל אחד הוא היה אומר, אומר, תגיד כשמערים אותך בלילה, על מה אתה חושב? И каждому он говорил, вот когда тебя среди ночи будет, о чем ты думаешь? ואז כולם היו אומרים, בטח, על אגרוף. Все говорят, ну конечно, про бокс.
אז שאנחנו נחשוב על אלוהים. Чтоб мы думали постоянно о Боге. שכל נקודה בחיינו נוכל לחשוב עליו. Чтобы каждый момент нашей жизни мы могли думать только про него. מה הוא רוצה ממני? Что он хочет от меня? מה אני יכול לעשות בשבילו? Что я могу сделать для него? איך ישוע היה מתנהג במקומי? Как ישוע бы повел себя вместо меня? אבא, אני מברך את כל העם שלך, את כל הקהילה שלנו. Весь твой народ, всю нашу общину. תן לנו ברכה. Дай нам благословение. ברכה בך. Благословение в тебе. בשם ישוע. בשם ישוע. אמן. אמן. תקיעה גדולה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Даруй, Аба, твой шалом. Даруй, Отец, нам твой мир. Мы благодарим тебя за всякую пищу, за все дары, которые ты даешь. Да будет имя твое благословенно. Хаг самеах в Бетеавон. Аминь.